Серьезная авария произошла сегодня за полчаса до полудня на 23-м километре трассы М4 Дон. Шедший из Видного в Москву автобус 471-го маршрута столкнулся с грузовиком, который перевозил коробки с бытовой химией. По предварительным данным известно, что грузовой автомобиль в момент столкновения стоял. Пострадали 8 человек, в числе которых оба водителя и 10-летний ребенок. В соцсетях тут же появились фото и сообщения участников ДТП. Одна из тех, кто ехал в злополучном автобусе, Мария Полякова, написала: «Водитель грузовика сильно пострадал. Из нашего автобуса не вышли трое. Парень с кровью на лице, женщина с оторванной стопой и еще человек в крови. Я разговаривала с оператором 112, перечисляла пострадавших. Не помню, кто мужчина или женщина». Через полчаса на месте трагедии оказались сотрудники полиции. Около 11 часов утра произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса «ГАЛАЗ», по предварительным данным, совершил наезд на остановившееся транспортное средство из-за технической неисправности. Все пострадавшие были доставлены в Видновскую районную клиническую больницу. Мы связались по телефону с главным врачом Виктором Барсуком. 4 тяжелые, 3 амбулаторные. Все больные оказаны помощь. 3 больных соперированы. А еще один в операционном тяжелый больной. Нам привезли в 12. Вот за 2,5 часа 7-8 пациентам оказана помощь. Сейчас заканчивается большая операция, где оперировали 3 бригадами, сразу 6 человек оперировали. Кто является виновником страшной аварии, пока не установлено. Следователи уже начали расследование по факту происшествия.